Состояние дороги в поселке Ишидей в Тулунском районе стало поводом для возбуждения уголовного дела. Статья «Неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей». За ситуацией следит глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Напомним, поселок Ишидей оказался отрезанным от большой земли осенью этого года. Жители не могли выехать в районный центр Тулун, до него 91 километр. Была прекращена поставка питания в школу и детский сад, не в состоянии была проехать скорая медицинская помощь. В населенный пункт отказывались ехать водители общественного транспорта. Машины вязли в грязи. Зимой ситуация улучшилась, глина подмерзла, колеи забило снегом. Однако по весне все повторится, и так из года в год. При этом деньги на выравнивание дороги из бюджета района выделялись. Однако этого недостаточно, нужны кардинальные меры. Жители и общественники уверяют, что разбили полотно большегрузы. На 2025 год запланирована разработка проектной документации на устройство высокогабаритного контроля дороги на участке Тулун и Кей, что позволит осуществлять высокогабаритный контроль транспортных средств по трем автомобильным дорогам Тулун и Кей, Икей Галдун и подъезд к поселку Ишидей. Министерством транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области была предоставлена информация о том, что финансирование дорог, отнесенных к третьей группе, в ближайшее время не предусмотрено.